Майка Твест, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игрушку The Fisher Cat. Итак, мы получаем награду. Давайте ее увеличим. Отлично, мы стали богатенькими. У нас 22 408 монеты. Мистер Кис, что ты купишь? Что? Я прям глаза разбегаются. 7650 монет для обновления нашего воздушного баллона. Ружье, может быть. Или мы купим, мистер Кис, гарпун. Самое крутое ружье. Подожди, мы не можем купить гарпун. Почему? Он пока закрыт у нас. Закрыт? Нам придется обновлять старый гарпун. Да, мы не можем. Нет, какая не засада. Получится. Я так понял, что здесь по очереди надо покупать все гарпуны. Пока не прокачаешь. Нет, не получится. Никак. Пока закрыто для нас. Давай обновлять этот гарпун. 5000 и 6000. Давай еще обновим, может быть, мистер Кис. Давай. 11000. Давай оставим на баллон. Давай посмотрим, что мы... Вот как раз за 7650 воздуху, можно обновить, да? И останется у нас а чуть больше 3000 воздуху. Монет. Ну что, мистер Кис, да. Продолжим нашу подводную охоту. Как скажешь. Мы также, ребята, рыбачим на рифе. Итак, 38-й день, ага. Мистер Кис, давай покажи класс, как ты можешь хорошо стрелять. Как получится. Ружье у тебя проапгрейдено. Ну, почти. Баллон тоже. Отлично, два выстрела и все в точку. Ну, не до конца, конечно. Молодец. Промазал. Вот это ты промазал, не торопись. Я не тороплюсь. Ну-ка, хорошо. Иди-ка сюда, селедка. Да, рыбок очень много, очень много. Но все мелкие и мелкие. Надо ждать, когда подплывет более крупная рыбеха. И мы ее можем поймать на наш гарпун. Вот смотри, сверху уже рыбка покрупней стала плыть. Где? Подойди. Это тоже, кстати, неплохая. Вот. Так, давай. Отлично. Плюс 66 монет. Очень хорошо. Вау, вот эту рыбку, я не знаю, мы, по-моему, с тобой один раз поймаем. Бородавчатая. Давай ее. Давай попытаемся пробить. Отлично, пробили. Сколько? 481 монета. Вот это да. Круто. Хорошо. Ой, съели у нас рыбку. Вот эти зеленые зубастики. Какие-то пираньи. Давай, стреляй, мистер Кис. Еще. Стой. Не получилось. Ой. Так, дополнительно воздух нам дала игра. Да. Еще удар, еще. Все, мы поймали 1389 монет. Вот это да, ребята. Хорошо. Представляете, одна рыбка почти 1400 монет. Итак, мистер Кис, это хорошее... Новое достижение какое-то. Как говорится, уловчик. На улов на 2415 монет. О, какой-то награда. Small Fisher Hunter. Маленький рыбак, охотник. Ну, подводный рыбак. Как правильно перевести, не знаю. Small. Это маленький. Fish, рыба, hunter, охотник. Ага. Итак, 39-й уровень. Ну, короче, мы начинаем все охотники. День, мистер Кис. Начинаем охотиться. Ха? Ты ничего не обновлял, как я понял? Да, не обновлял. Ну, нормально. Я думаю, что у нас с этим оружием можно еще пару дней покопить монеток. Конечно. И потом уже что-нибудь купить, да? Ну, как будет хватать, мы сразу же. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АИКТВ. Будьте в курсе новых серий игры The Fisher Cat. Кот-рыбак, кот-охотник. Ну да, сейчас подводный вроде охотник. Как мы охотники. В данном случае мы охотимся под водой с помощью гарпуна подводного ружья. Снова зелененькая вот эта рыбка. Она не очень дорогая, там 82 монеты, 80 монет. Так, у нас съели рыбку. Зубастики, ну-ка идите отсюда. Зубастик, вот иди сюда. Сколько ты? 49 монеток. А если медуз? Нет, медуз нельзя стрелять. Нельзя, мы вот так потеряем. Осторожно, тут медузы, мистер Кис. Ну-ка иди сюда, зубастик. Давай этих зубастиков. Аккуратно. Не получилось. Не надо быть аккуратно. Аккуратно, медузы. Я вижу. Нет, не получается никак пробить эту рыбку. Синенькую. Все, 30% нам дали воздух. Еще кислороду. Треть баллона нам дали. Ой, красненькая, вот эта красненькая. О, поймал ты ее, сколько она, интересно, стоит? 89 монет. Нет, немного. Не, ну нормально, почему немного? Ты медузу зацепил. Жалко.
Опять какое-то достижение. День закончился, вернее, кислород, to love the pain. Как переводится? Так, ой, что-то я проглядел, насколько ты наловил рыбки. Мне тоже. Ладно, что-то. Неважно. Поторопился, нажал. Мы можем что-то проапгрейдить, мистер Кис. Не, не хочешь? Ну, поехали. Нет, дальше. Нет, поедем еще на Попули следующий день у нас. Какой? 40-й, по-моему? Ну, где-то так. Или, да, 40-й, я угадал. Итак, 40-й день нашей подводной рыбалки. Ну-ка, идите. Немножко, сюда, конечно, мы как-то медленно развиваемся, хотя и прокачиваем потихоньку. Ну, мы мало играем наше с тобой, снаряжение для подводной охоты. Надо почаще нам с тобой играть. Я в эту игру, мистер Кис, чтобы Павел. Можно было как-то уже дальше уйти. Уже хочется купить себе какой-то корабль помощней, чтобы отправиться к другим частям моря. О, вот видите, как этот зубастик съел нашу рыбку, которую мы уже поймали, можно сказать. Павел, ворует. Удар, еще удар. Да, это синяя рыбка. О, вот этот шарик, синенький шарик. Бородавчик. Иди сюда, бородавчатые. Это мы так ее называем. Может быть, она, конечно, по-другому называется. Жалко. Иди-ка сюда, поймали, да? Арбузик. Успеем? Да, успели. 71 монетка. Так, нам дали еще, что ли? Ой, опять съели. Опять съели у нас рыбку. Ну как же так? Эти зубастики нам мешаются, мистер Кис. Все, воздух закончился. Вот, нам игра дает треть баллона. Отлично. Не еще удар, еще рыбу. Вот этот. Мистер Кис, давай вот эту большую на 1000 монет. 1300 там с чем-то. Жалко. Куда ты уплыла эта рыбка? Я не знаю. Ребята, ставьте лайки мистеру Кису. В зависимости от размера. Так. Все. Кислород закончился. И день закончился. У нас 9277 монет. Мы заработали всего лишь 812 монет за этот день. Ну, жалко, конечно, немного. Ага. Немного. Итак, мы в магазине. Давай проапгрейдим. Что мы проапгрейдим? Не, на баллон у нас не хватает. Следующий раз не хватает. Тогда пойдем апгрейдить. Ну, ружье. Да, мы можем проапгрейдить наше ружье. На 7000 монет. 7000, да. Я надеюсь, он будет стрелять подальше, помощнее у него да будет удар. Да там не намного чего-то то есть более получается-то. Рыб мы будем пробивать. Итак, следующий день. Угу. День 41. Выстрел. Промазали. Первый выстрел, и сразу же мы промазали. Спокойствие, только спокойствие. Зелененькая. Зато сразу две потом. Иди сюда. Вот зеленая рыбка. Тихо. Оп. Опа, есть. Нормальное. Начало нормально. Сразу две. Очень хорошо. Опа. Выстрел. Так, подожди, давай подождем еще рыбок. Каких-нибудь покрупнее. Ты думаешь? Не хочешь ждать? Ну ладно, не жди. Ну давай выстрел. Как-нибудь проэкспериментируем. Опа, сразу две. Вот это да. Ты, мистер Кис, очень хорошо стал стрелять. Это ребята замечают. Да? Опа, синенькая, иди сюда. Не получилось. Не получилось. Сейчас, осторожно, вот. Медуза. Вот, теперь мы тебя поймали. Сколько ты? 48. Ой, 48 монет. Не так много. Не так много. Вот это. Так, дополнительный медуза, кислород. Павел. Это я случайно. Так. Это все мелочевка. Давай стрелять вот этот зеленых зубастиков. Осторожно. Не старайся. Медузы. 7 комма было. О, съели нашу рыбку. Жалко. День закончился, и всего 847 монет. Да, как мало мы. Ой, что-то нам как-то не везет сегодня, мистер Кис, да на рыбалку. Просто как-то я немножко что-то у нас не клеится. Что как ты говоришь. Итак, 42-й день. И снова в бой, как говорится, первые рыбешки. Мелочевка, но приятно. Так. Сиди. Оп. И медузу ты пробил. Хорошо. Опа. Зубастик съел нашу рыбку. Да. Ну как же так? Даже не подавился этот зубастик, да? Об наш гарпун. Да, он же металлический. Отлично. И еще 50 монет. Вау. Зелененькая. Такие зеленые. Ой. Куда ты стреляешь? Вот еще одна зеленая, которая дорогая. Зелененькая. Жалко. Подожди, не торопись. Давай. Ой, елки.
Ёлки-палки. Зачем? Зачем нам? А, ты под конец решил медузу? Ну да. О, медуза 194. Ничего себе. Вот это да. Ой. Так, нам добавили кислород, и мы берем дорогую рыбку за 350 монет. Но это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. Мне нравится. Мне тоже. Так, зубастики. А, вот так вот получайте двух зубастиков. Сразу же мы подбили, чтобы они нам не мешались. Ага. Другую рыбу. День закончился. Ну что же такое, на самом интересном день закончится. На 1000 монет неплохо, в принципе. Неплохо, мистер Кис. Ну да. Ну что, мистер Кис, я думаю, нам надо прощаться с ребятами. Ребята, все пока, до скорых встреч. С вами был Павел и мой лучший друг, мистер Кис. Да, это я. Пока-пока. Увидимся.